3 ноября президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Международного центра Низами Янджави Вайру Вики Фрибергу и Исмаила Сиригильдина, бывших глав государств и правительств, членов правления центра. Члены правления Международного центра Низами Янджави выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и поддержку, оказываемую деятельности центра. Было отмечено, что во время 44-дневной Отечественной войны члены правления центра выступили с многочисленными заявлениями поддержку справедливой позиции Азербайджана. Были особо подчеркнуты растущая роль и авторитет Международного центра Низами Янджави в мире как международного института. В ходе беседы было отмечено, что 8-й глобальный бакинский форум, который пройдет с 4 по 6 ноября под названием «Мир после COVID-19», посвящен очень актуальной теме. Члены правления Международного центра Низами Янджави отметили, что, несмотря на пандемию, центр продолжает осуществлять активную деятельность, проводит многочисленные конференции и развивает сотрудничество с другими международными организациями. Было подчеркнуто, что в рамках форума члены правления центра и другие участники совершат поездку в культурную столицу Азербайджана, город Шуша.